Good evening, 47. Прости, Джо в сделку не входил. Поклянись, что все, что ты сказал про цикад, правда. Зараза. Летя в гребаное небо, ты думал, что схватился гузовертлявую жопу. Закончи то, что начал. Наша жизнь прекрасна, брат. Вот бы она не менялась. И никогда не меняла нас. I'm getting too old for this nonsense. Нам? Ну, наконец-то, ты приедешь? Моя проблема, если что, сама собой не решится. Уже еду. Ох, спасибо. Прямо камень с души. А, только мне нужна инфа. Что у тебя за проблема? Знаешь, будет лучше, если... Погоди, это из-за Соло? Насквозь меня видишь. Угу. Ну, до скорого. Нет, остальные будут сторожить лагерь. Делайте обход каждые полчаса, докладывайте лично мне. Мы готовимся к приему гостей из биотехники? Или к четвертой корпоративной? Стилеты могут напасть в любую минуту. Мне кажется, ты немного преувеличиваешь. Я больше не хочу... Привет! Она что тут делает? Я запретил тебе даже думать о конвое Милитеха. Так ты подругу позвала? Чтобы все провернуть за моей спиной, да? Ага. Поэтому я и попросила Ви, чтобы она тут перед тобой покрутилась. Думаешь, я... Ты серьезно думаешь, что по нам можно что-то запретить? Поверь, не выйдет. Она все равно сделает по-своему. Нет, не сделает, если хочет остаться в семье. Нет, ну правда, Сол. Ты хочешь, чтобы этот Василиск просто ускользнул из наших рук? Именно. Это же такой шанс. Какой? Шанс загубить все, ради чего мы приехали? Хочешь, чтобы нас всех положили на месте? Блин, Панам, ну хоть ты скажи ему. Я уже пыталась. Просто забей, Мич. Люди из биотехники будут здесь через час. Постарайтесь за это время не налажать. Офигеть! Будем теперь траву в зеленый цвет красить по его приказу? Я думала, ваш союз с биотехникой распался. Сол хочет довести дело до конца. И доказать, что Альдекальда держит слово. Охрана полей! Еще кукурузу мы не защищали, блядь. Сол добьется, что корпораты будут вытирать об нас ноги, а мы только кланяться и говорить спасибо. А что такое этот Василиск? Бронированный грузовой панцирь Милитеха. Корыто откуда-то из 60-х. Его хотят спихнуть в какой-то стране третьего мира, где он будет считаться новейшим чудом техники. Конвой Милитеха поедет совсем рядом, по 101-й трассе. Грех с ними не поздороваться. Скажи честно, это была твоя идея? Как ты догадалась? Кроме тебя никто не мог так выбесить Соло. Не в бровь, а в глаз. Если бы он сам до этого додумался, ему бы казалось, что это лучшая идея в мире. Заткнись, Сол не настолько мелочный. Просто он трус. Он хочет перестраховаться и залечь на дно. Как всегда, ради семьи. Стоит ли ссориться с Солом из-за панцира? Да, с Василиском мы сможем наконец вернуться в большую игру. Семья разваливается. Если мы упадем в яму с биотехникой, нас перестанут воспринимать всерьез. Окей. То есть ты реально позвала меня, чтобы провернуть это за спиной у Сола? Кэссиди, Тед, Кэрол и Боб уже согласились. А почему Сол так очкует из-за этого Василиска? Боится, что Милитех нас раздавит, если мы их обнесем. Ему кажется, что с корпорациями лучше дружить, как с биотехникой. Просто пиздец. Ага, а вы бы наоборот хотели... Мы бы хотели вернуться к тому, что умеем лучше всего. К перевозкам. То есть к контрабанде. Я так и сказал. Я думала, вы с Солом уже закопали ружье войны. Я тоже, но, видимо, перемирие действует только тогда, когда нас хотят убить. Вот именно. Ты же сама спасла ему жизнь, а теперь хочешь с ним разосраться? То, что я спасла ему жизнь, не заставило его ко мне прислушиваться. Так что мы вернулись к тому, с чего начали. Как вы хотите перехватить Василиск? Спасибо, Ви. Эй, разве я сказала, что согласна? Угу, пойдем поговорим с остальными.
Получается, на операцию согласились только 4 ветерана. И все. Других мы даже не спрашивали. Слишком большой риск, что кто-то пойдет, но стучит Солу. Только ветераны понимают, какие возможности нам откроет Василиск. Опасна эта затея. Да ладно, ничего опасного. Этот караван даже охранять ноги, особо руки не вперед! Будет. И вообще, неужели ты не хочешь внести свой вклад в дело мира на планете? Если ничего не сделать, этого зверя отправят на войнушку куда-нибудь в Банановые республики. А мы найдем для него дело прямо здесь, в Америке. Снова пытались убедить Соло, и ничего не вышло. Ага. Так, слушайте все. Мелитех будет перевозить Василиска по частям на двух грузовиках. Погоди, чего у тебя голос-то дрожит? Иди нахер. Мы встанем уже до переезда через трассу 101. Нападем сзади и быстро оттуда смоемся. Вопросы, мнения, замечания? Ты... Все как-то слишком хорошо складывается. Именно та техника, которую вы хотели, едет к вам на блюдечке с голубой каемочкой. Ага. Сол тоже сказал, что это пахнет подставой. Откуда, говоришь, у вас инфа об этом конвое? Кэрол взломала канал связи Мелитеха. Все, довольна? Допустим, у Панам свои счеты с Солом. Вы-то чего? Пару лет назад никому бы и в голову не пришло работать на корпоратах. Нам нужна техника и заказы, чтобы вернуть себе доброе имя. Сол бы это понял, если бы соизволил вынуть голову из своей задницы. Ладно, я с вами. А, окей, спасибо. Сначала заедем на станцию. Там стоит локомотив, им мы заблокируем переезд. Поедешь с нами или встретимся там? Поеду с вами. Ну и круто, поехали. А голос-то у тебя дрожал. Неправда. А, да ладно. Вспотели? Да иди ты! Ты точно не оставила следов? Мелитех ничего не заметит? Ты что, во мне сомневаешься, Бобби? Окей, окей. Я ничего не спрашивал. В лагере точно не заметят, что вы уехали? Сол и так не хочет нас там видеть. Ему надо во второй раз произвести хорошее впечатление на биотехнику. А ваши унылые рожи их не впечатлят. Это как пить дать. С ребенком, который учится читать. Так вот, а что в итоге со стилетами? Думаете, скоро нападут? Сол так думает. Расставил часовых по всему лагерю. Что тебе не нравится? Мне не нравится, что он лечит симптомы болезни, а не причины. Ты не скучаешь по Найт-Сити? Иногда скучаю. Мне не хватает ощущения какой-то новой жизни, свободы. Но его всегда отравляло чувство пустоты. Чувство, что свобода бессмысленна, если ты одна. Да, я тоже не сразу к этому привыкла. Хотя почти никогда не оставалась одна. У тебя кто-то был? Настоящий друг. Его звали Джеки. Он бы тебе точно понравился. Джеки, я запомню. Мы на месте. Вот это махина. Если тебе так нравится, давайте угоним поезд и успокоимся. Может, ну нахер этот Василиск? Действительно. Будем ездить по путям до 101, а потом обратно. Соло даже уговаривать не придется. Все готово? Конвой Мелитеха поедет из Найт-Сити на базу, где у них встреча с покупателем. Мы должны будем их поймать на переезде. Нужно только перекрыть дорогу вот этой махиной.
Ви, есть вопросы? Вы знаете, как завести эту штуку? Древняя хрень. Кэрол ее взломает. Потом еще надо будет авторизоваться с контрольной вышки, чтобы им управлять. Мне кажется, вышка давно обесточена. Мы этим займемся. Вы с Панам пока поищите код авторизации. Ну что, пора за работу. Кэрол! Что нам надо найти? Перфокарты! Что это? Прямоугольные карты с рядами дырок. Поможешь их найти? Само собой. Вещи внимательнее, окей? Так. Кажется, нашла. Ага, отлично. Кэрол, мы нашли карту. Что дальше? Вставьте ее в ридер. Ну чего там, Ви, вставляй уже карту. Ну, попробуем. Работает! Иди посмотри! Паровозик, который смог. Ви, я хотела с тобой поговорить. А что такого-то? У меня к тебе есть довольно глупый вопрос. Я знаю, я сама тебя позвала, но... Почему ты мне помогаешь? Потому что для тебя это важно. А, только поэтому? Я... Прости, это как-то грубо прозвучало. Ну, есть еще вопросы? Нет, нет вопросов. Кажется, я уже узнала все, что хотела. Надо послать бестии букет цветов за то, что она нас тогда познакомила. По-моему, это не совсем в твоем стиле. И открытку. Спасибо, что помогла мне найти настоящую подругу. Тупая сука. Так-то лучше. Думаю, нам уже пора возвращаться. Вы как-нибудь следите за этим конвоем? Да. Кэрол время от времени проверяет их каналы связи. Все идет по плану. По крайней мере, пока. Давайте еще проверим. Солнце, присядь на минутку, пожалуйста. И успокойся. У нас все под контролем. Конвой едет прямо к нам в руки. Из-за Соло волнуешься? У нас еще довольно много времени до заката. Думаю, еще раз осмотреть машину не повредит. Звезды появились. Значит, до заката всего пара часов. Ты так паникуешь, будто ты первая, кто вышел против Соло. Ой, давай только без этого, а? Не надо меня утешать. А я знаю этого человека? Знал, Скорпион. Он вернулся с войны накрученной. В голове полно идей, куча новых контактов. Стал убеждать Соло объединиться со змеиным народом. Типа, чтобы стать сильнее. Он мне никогда про это не рассказывал. А что Сол? Отчитал его перед всеми за то, что сеет смуту в семье. Потом целый год не давал ему ни одного заказа. Вот уж утешил. Спасибо. Ты сказала, тебя не надо утешать. Давай-ка выпьем за Скорпиона.
За Скорпиона. И за Джеки. Вы все мало говорите о войне. А что тут говорить? Запихивали тебя в панцирь в Центральной Мексике. И марш вперед, рядовой. Неделями говоришь сам с собой или с бортовым эскином. Йодит хлещешь как воду, потому что снаружи счетчик Гейгера зашкаливает. Угу. Как вспомню, что мы сидели в этих раскаленных гробах. У меня жопа сыпью покрывается. Ага. И несмотря на это, вам не терпится покататься на Василиске? Это другое. Совсем другое. Поймешь, когда в него сядешь. Я попробую немного поспать. Давай, наш конвой в ближайшее время все равно не приедет. Так нервничаешь, что сон не идет? Я лучше просто рядом с тобой полежу. Подумаю, посмотрю на звезды. Ты в этом тоже разбираешься? У вас, может, и карты неба есть в библиотеке? Конечно. Вот тут большая медведица. А вон там справа, видишь, звездочка? Да. А видишь, да? Это значит, что у большой медведицы течка. Спокойной ночи, Ви. Окей, они подъезжают. Ну что, все готовы? Поехали, Ви. Разгони его! Они едут быстрее, чем мы думали. Не уверена, что нам хватит скорости. Отцепим один вагон, быстрее пойдем. Винни, тупи! Расхерачивай сцепку! Чёртову сцепку! Зашибись! Я их вижу! Отрежем их и окружайте! Блядь! Зашибись! Ты заела, что ли? Вели задницы, Тедди. Четыре. Нет. Пять машин. Дорога блокирована. Они нас в угол загнали. От нас так просто не отделаешься. Шевелитесь. Мич, Боб, вперед. Все идет по плану. Ладно. Будьте осторожны, поезд отправляется. Окей, погнали! Ну, понеслась.
Сработало! Само собой, я же еще тогда говорила. Ну как оно там, Ви? Весело было? Еще как. Радуйся, что тебя не подписали собирать этот чертов конструктор. Эта великая честь достанется Митчу и Тедди. Так, я потеряла канал Милитеха. Пиджаки наконец поняли, что их прослушивают, и сменили коды. Ха, как раз вовремя, на мой вкус. Если хочешь, я с ним поговорю. Не, спасибо. Хочу сама разобраться. Блять, по нам! Ну, понеслась. Объясни, что это такое? Сам видишь, что это. Василиск. Я вижу два грузовика с логотипами Милитеха. Черт, по нам! Они видны за много миль! Ты думаешь, у семьи без этого мало проблем? Стилеты могут напасть в любую минуту. Теперь нам еще и от Милитеха прятаться. Хватит! Стоп! Просто, блядь, заткнись! Ты что, хочешь вечно прислуживать корпорациям? Валяй, вперед! Мы оставим себе Василиск, хотя бы чтобы вспоминать, кем были Альдекальда. Или может, чтобы было чем защищаться, когда на нас опять кто-нибудь нападет. Когда я закончу с биотехникой, мы соберем семейный совет и обсудим твое поведение. А пока уберите с моих глаз эти грузовики. А Василиск, мы можем его собрать? Делай, что хочешь, только мне не попадайся. Боб, Мич, поставьте грузовики позади лагеря. Надо их разгрузить. Ладно. А что нам потом с ними сделать? О, у меня есть идея. Ничего себе, у тебя легкие, подруга. Ты сама в шоке. Кажется, последний раз я так делала, когда мне было 10. Гляди-ка, до сих пор не разучилась. Все хорошо? Да-да. Хотя та часть, где мы грабили караваны, нравилась мне гораздо больше. Если я опять понадоблюсь, просто позвони. Ви, конечно, позвони. Будь готова снова меня слушать. Я буду ждать. Удачи. Ви, мы закончили с Василиском. Хочешь на нем проехаться? Конечно, скоро буду у вас. Блять, Ви, он потрясный! Я уж поняла. У меня больше времени. Да-да, ты бы сделал из него гребаный ракетоносец, я знаю. Ну как, все готово? Привет, Ви, еще не все. Милитех мог оставить в системах лед. Кэрол проверяет. Пиджаки еще не обращались к вам насчет потери? Нет, думаю, нам удалось сбить их со следа. Грузовики с большими логотипами. Мы оставили у лагеря стилет. Это почти так же смешно, как насрать кому-нибудь под дверь, позвонить и смыться. Выглядит так, как будто его только что пригнали с корпоративной войны. Неплохо. Я закончила. В системах чисто. А, кстати, что тебе сказал Сол? Пока ничего. Мы стараемся обходить друг друга стороной. То есть он не будет собирать совет? Да ясно, что будет. Просто хочет подольше подержать меня в неведении. Всегда мечтала погонять на такой махине. Вот именно так всякие наивные сопляки и попадали на фронт. Их даже вербовать не приходилось. Тебе просто показывали технику. Ну тогда запрыгивай, все готово. Thank you.
Ну что, давай его заводить, что ли? Голову береги. Вот черт. А до нас никто не делал пробный заезд? Может, нам лучше... Все нормально, я сейчас разберусь. Это не самая новая модель, но Мич и Боб сделали, что могли. Как тебе тут? Теперь я понимаю, почему эти штуки зовут гробами. Управляют им прямо с места. Нужно только подключиться, и все. Никаких рычажков, кнопочек и мигающих лампочек? Никаких. Импульс поступает прямо в кору головного мозга. Василиск как бы становится продолжением твоего тела. Такое вот мистическое единство. Панам, ты когда-нибудь управляла таким? Нет, а что? Не доверяешь мне? Я еще могу выйти? Нет. Тогда доверяю. Раз тут все такое мистическое, зачем второй пилот? Для поддержки? Я расскажу, когда отъедем от лагеря. Заодно и потренируемся. Смотри, чтобы контролировать панцирь при сенсорной перегрузке во время контакта с врагом, нужны двое. Один ведет, а другой управляет пушкой. Тебе понравится, я уверена. Окей, вот так нормально. Сначала проведем пробный запуск без меня. Нужно же два пилота. Ты же не будешь сразу вести и стрелять. Начинаем? По нам. А это все так и задумано? Нейронная синхронизация всегда занимает какое-то время. Скоро все будет нормально. Вот видишь? Начинаю понимать, что ты имела в виду. Осваивайся. Да не бойся, я не смотрю. Просто сделай пару кругов. Плавно идет, прямо как лодка. Ну да. Когда летишь про бугры и яму, можно не думать. Езжай к тем обломкам. Окей, что-то я гляжу тебе скучно. Тогда направь его вдоль ветряков. Когда скажу, повернешь предпоследнюю вправо или влево. Ладно. Налево. Очень хорошо. Не останавливайся. Направо. Направо. Ты молодец. А теперь давай постреляем. Притормози и активируй систему. Что у нас в меню? Чудо не жди. Василиск — это прежде всего грузовой транспорт. Но все равно должно быть весело. Так, подорви вон те машины. Круто! Машина теперь мертвее мертвых. Отлично! Окей, тренировка закончена. Хорошо, теперь я подключусь. Может стать немного странно. Как это? Пилоты должны быть синхронизированы. Для этого придется соединить наши нервные системы. Окей. Это как заказать номер с двумя кроватями, а получить одну двуспальную и детское одеяло. Прекрасно понимаю, о чем ты. М? Потом расскажу.
Ну, что ж поделаешь. Познакомлюсь с тобой чуть ближе, чем планировала. Ага. Только сразу говорю, сначала будет трудно. Ты будешь получать ослабленные сенсорные отклики от меня, а я от тебя. Наверное, в бою быстро привыкаешь. Угу. Ну все, начинаем. Ой, блядь. Нас нашли, надо проверить, что с лагерем. Это щелеты. Целая стая приехала разбираться. Берегу. Они здесь тоже, Сол. Их много. Разберись с ними и сюда. Поможешь остальным. Едем сразу в лагерь. Надо помочь семье. Мы почти на месте. Вижу по нам. Этих говноедов тут больше. Окей. Готовься жарить. Должны думать прежде всего о благе семьи. Не начинай. Если я должна уйти из клана, так и скажи. Я уже задолбалась выслушивать твои наставления. Боюсь, придется их выслушать еще не раз. Потому что теперь ты будешь возглавлять эту семью вместе со мной. Что? Я хотел все обставить торжественно, но будь по-твоему. Все просто. Я ошибся. Ты была права. Надеюсь, в последний раз. Я столько всего сделала неправильно. Ты же говорил, что... Знаю. Теперь я думаю иначе. Ты рисковала собой ради семьи, хотя даже не знала, примут ли тебя там на следующий день. Окей. Ну, тогда довольно много придется поменять. Да, и для начала надо убраться отсюда как можно быстрее. Мелитех, скорее всего, будет нас искать. Это верно. Я распишу, как нам ехать. Поздравляю. Кошмар. Я голосовал против. Спасибо. Мне надо немного прийти в себя. Пойдешь со мной? Какой интересный день. Чувствую себя так, будто в последнюю минуту увернулась от поезда. Примерно так и было. Не знаю, как бы я без тебя справилась. Да перестань. Нет, правда. Мы все у тебя в долгу. Ты можешь рассчитывать на Альде Кальде. Всегда. Буду знать. Сколько их мы уложили? Мне больше интересно, скольких мы потеряли. Ага, за баром никого. Это мне нравится. Пиво? Лимонад? Мне пиво. Ну, за хэппи-энды. Мне будет не хватать приключений. Мне тоже. А с другой стороны, кто сказал, что приключений больше не будет? Ви, оглянись. Посмотри на них. Вы можете стать семьей. Панам, что ты... Останься. Поехали с нами. Я бы очень хотела, Панам. Правда.
Угу. Сейчас, наверное, будет «но». Но я пока не могу. Сначала нужно закончить кое-какие дела. Я понимаю. Такие решения с потолка не принимают. Я просто подумала... Ладно, забудь. Я подумаю над этим, обещаю. Спасибо, Люциус, за все, что ты сделал для города. Кто же теперь займет кресло Райна? Ви? По нам... Я... Ви, спокойно. Все хорошо. Как ты себя чувствуешь? Что случилось? Я помню, мы разговаривали. И вдруг... Ты потеряла сознание надолго. Мы забрали тебя с собой. Куда? Мы перенесли лагерь в новое место. Здесь мы пока в безопасности. Не волнуйся. Нет, ты еще не умираешь. Ви, пожалуйста, скажи мне, что случилось. Кровь, потеря сознания на несколько часов. В чем дело? По нам. Мне с каждым днем становится только хуже. Так, Ви, спокойно. Давай по порядку. Почему тебе становится хуже? Что с тобой происходит? Ты знаешь Джонни Сильверхенда? Ну да, по радио иногда гоняют какое-то старье. А что? В этом все дело. Джонни жив. Он сидит в моей голове. Он что? Как это? Я сейчас не поняла. Это что, метафора какая-то? По нам. Конструкт Сильверхенда прямо в эту минуту ломает мое сознание. Нет. Это просто, блядь, этого не может быть. Джонни Сильверхенд? Да, жопа. Слушай, а ты не пробовала с кем-то об этом хотя бы поговорить? Интересно, с кем? Это не то расстройство, с которым звонят психотерапевту. Конструкт, он как рак, который растет с каждым днем. Ты правда не шутишь? Я пытаюсь с этим жить. Выживать, точнее. Но твоему здоровью это явно не помогает. Я пойду. Мне уже лучше, правда. Погоди, я пойду с тобой. А кто это у нас проснулся? Привет, Мич. Наконец-то. Мы беспокоились. Твою тачку я пригнал, если что. Вон там стоит. Но ты же еще пока не уезжаешь, правильно? Все в порядке. Ничего себе, быстро вы обустроились. В этом у нас есть кое-какой опыт. Место хорошее. Здесь у нас больше контроля над окрестностями. Остальное приложится. Спасибо, Мич. Но мне пора в город. Ты же еле на ногах стоишь, Ви. Не напрягайся особо, окей? Помни, наше предложение в силе. Если что-то понадобится, Альды Кальда всегда помогут. Хоть в чем-то мы полностью согласны. Если будет нужна помощь, ты знаешь, где нас найти. Может, тебя проводить? Я знаю эти места. Ездила тут когда-то. Вы точно здесь в безопасности? Пока да. Милитех так далеко не заходит. Ну и здесь наблюдательные позиции намного лучше. Добро пожаловать обратно в мир живых. Ну, наконец-то. Наша спящая красавица проснулась. Но ты же понимаешь, это все временно. Скоро нам надо будет думать, что делать дальше.
Ви, насчет того, что ты рассказала. Я не буду делать вид, что поняла. Мне кажется, до меня просто еще не дошло. Но все равно, чем я могу помочь? Помнишь Хельмана? Это он придумал, как создавать конструкты личности. Поэтому ты хотела его поймать. Он не смог ничем помочь. Теперь мне надо придумать что-то еще. Он не смог мне помочь. И никто не сможет. Я в это не верю. Ты придумаешь. Только потом позвони мне. Я помогу. Вся семья тебе поможет. Сол не шутил, слышишь меня? Спасибо, Панам.